Жить в клубном доме. Кто-нибудь знает, что такое новое качество жизни, где все удобно, комфортно и кругом удобная, дружелюбная среда. И это городская среда. Это реально. И теперь реально в нашей стране. Парк челюскинцев – именно это место. Дом уже достраивают. И более 170 гектаров леса, одноименного парка и оранжерей ботанического сада столицы прямо здесь. И одновременно вся инфраструктура столицы, показывает главный архитектор компании и рассказывает, здесь будет своя атмосфера. Это то, что мы называем концепция счастливой жизни. Если это рассматриваем в целом как комплекс, опять акцент на том огромном парке, который здесь рядом, больше 100 гектар, спортивный центр, который рядом, вся инфраструктура, которая городская, все это уже достаточно, но еще это подземный паркинг. Этот дом уникален тем, что в самом доме находится детский сад. Место, где хотели жить многие. Один встроенный в дом детский сад многого стоит. У проекта есть собственный архитектор. Делают уникальный проект. 90 детей, 2 этажа, вот в 10-й секции, вот в центре дома. То есть первый этаж – ясельные группы, второй этаж – более старшие группы. Ну и в цокольном этаже у нас вот всякие подсобные помещения. Дом вообще особенный. В нем эксплуатируемая крыша. Каждый будет иметь возможность выйти на кровлю. На ней будут вот такие террасы, где можно поставить уличный тренажер или просто наслаждаться видом. Инфраструктура – не только то, что есть, а именно крупнейший парк в Европе. На первых этажах здания – коммерческие помещения. Здесь можно купить место под свой бизнес с оговоркой «бизнес» на главном проспекте страны. И в клубном доме одновременно. Что о квартирах? Отвечают любым потребностям. От небольших в 30 квадратов в студии до больших в 110. На этаже от 2 квартир. Это тоже элемент клубной жизни. Лобби вместо подъездов, высокие потолки, лифты ведущего производителя. Современное остекление. Свободная планировка, а можно планировать и делать свою жизнь действительно под себя. Конкурировать с комплексом пока может только «Маяк Минска». Здесь все уже есть. И метро, и крупнейший в стране торговый центр, и новый пешеходный бульвар с фонтаном и видом на Национальную библиотеку страны. Комплекс почти завершен. Остались квартиры в 2 домах – Рафаэль и Гоген. По 25 этажей в каждом. Вид на Слепянскую водную систему. Уникальный комплекс, не имеющий аналогов в Беларуси. И это тоже центр. Метро, проспект, крупнейший торговый центр «Данамол». Пешком за 5 минут. Свободная планировка и готовность к проживанию. Это детские сады, один прямо во дворе, школы. Сам дом отвечает высоким стандартам. Речь о лобби, а о остеклении с тонировкой. Видео не требует дополнительных аргументов. Место ключевое, и теперь центр города смещается сюда. Это не локальная уже история, это уже живет региональной жизнью. Якорь, огромный якорь, вот шоппинг-молл, в котором мы сейчас находимся, в котором наш новый офис находится. Этот шоппинг-молл, он в месяц принимает где-то 1,5-2 миллиона людей. Если 2 миллиона человек в месяц приезжает только в шоппинг-молл, Это становится региональным центром. Этой весной акция от застройщика на недвижимость. Длительная рассрочка – самое быстрое и простое решение квартирного вопроса. В комплексе «Маяк Минска» рассрочка на срок до 5 лет. В парке челюскинцев – до 4. Без процентов и переплат. Первый взнос можно уплатить с помощью кредита от банка-партнера. Это до 40 тысяч рублей без справок и поручителей. Каждый сам считает свои финансовые возможности. Есть и кредит на длительный срок. До 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусь банком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе БПС Сбербанка на первые 2 года ставка составит 6,99%. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены скидки. Время не ждать чего-то, время решать и покупать.